Путин войдет в Киев? Зависит. Зависит от украинской армии, от ополченцев и так далее. То есть, вот, собственно, я не уверен. Учитывая, так сказать, моральный дух и настроение армии, я думаю, что если, скажем так, Украина не сложит оружие, не капитулирует, не войдет. Запад российскую экономику уничтожит? Уничтожил. Уже? Да. Россияне на площади своих городов в знак протеста против Путина и его политики выйдут? В количестве 5000 человек. Нет, не выйдут. То есть жрать им будет нечего, денег не будет, но да, будут не выйдут по домам? Будут. Скажите, пожалуйста, каким вы видите конец Путина? Внутреннее решение проблемы, как обычно, как всегда. Как история, вот обратите внимание, опять экскурс. Горбачев приходит. Вместо кого? То есть предполагался на место Горбачева Григорий Васильевич Романов, ленинградский обком. Где он? Его нет. Внутренние интриги, приходит Горбачев. Горбачев пропадает, кто приходит? Ельцин. То есть ясно, что Ельцин пришел не с улицы. После Ельцина известно, кто приходит. Каким образом? Он откуда пришел? Он что, пришел там путем, я не знаю, народного восстания и гнева? Нет. То есть понятно, внутри кремлевского кабинета. То есть следующая итерация точно так же по российской традиции произойдет таким же образом. Это не обязательно табакерка и шарфик на шее, а это вот просто... Ну, Путин слабый человек. Путин слабый, трусливый человек. И если... скажем, это не вопрос уже гарантий. Никто никаких гарантий Путину давать не готов. То есть сейчас это вопрос выживания его окружения. Но не ближайшего окружения, не Ковальчуков, Тимченко, Абрамовича, там, я не знаю, Фридмана, Авина. То есть людей, которые его финансировали, там, шпиговали деньгами и прочее, прочее, лишь бы там, понятно, сохраниться. То есть нет, это вопрос, то есть там есть, ну, на мой взгляд, на мой персональный взгляд, то есть, скорее всего, это будет медведевская команда. Медведевская команда. Не во главе с Медведевым, который в свое время, собственно, стоял у истоков грузинской войны в 2008 году, но это будет... Медведевская команда, вот, собственно, по возрасту и по смыслу, ну, то есть это люди, которые, ну, во-первых, не заморали себя кровью, как минимум, а во-вторых, в свое время, когда в 2012 году Медведев путем защемления был вышвырнут и Путин вернулся, собственно, они тоже потеряли все. Но при этом это люди, которые были в правительстве, в администрации, то есть они более-менее, понимают, были либерально настроены, и эти люди есть. То есть, скорее всего, размен будет в эту сторону. Естественно, это никакие ни Кудрины, ни там и так далее, Набиуллины, я не знаю, там Чубайсы, это все в прошлом, это все пенсия. Сергей Викторович, сегодня благодаря действиям украинской армии и единому фронту западных партнеров Путин, как загнанная крыса, находится в углу. Скажите, пожалуйста, каким вы видите выход Путина из этого угла? Застрелится, ядерное оружие скажет применить, будет проситься перед Западом, гарантии дайте. Ну что он будет делать? Ну, я думаю, что это не что-то одно. То есть застрелиться он точно не застрелится. У него нет никакой чести и совести. Это не офицер. Это отменяется. То есть будет, да, будет пытаться договориться, будет сепаратно пытаться договориться, будет засылать своих агентов и так далее, и так далее. В определенный момент, я думаю, что на сегодняшний день картина мира Путина существенно отличается от нашей с вами и от общей картины мира. То есть он еще не понимает, что он вот просто в таком положении. Потому что за 20 лет он отдрессировал свое окружение так, что они говорят в приемной одно, а в кабинете совершенно другое. Только то, что он хочет слышать. Когда они говорят «есть», это означает «нет». А на выходе это означает еще осознать уровень трагедии. Своей собственной, я не говорю трагедии Украины и России, своей собственной. Он не понимает, что путинской России больше нет. Как только он это поймет,
Скорее всего, это он поймет после какого-то разговора с каким-то кругом, с какими-то людьми. То есть, когда он поймет, что армия не с ним, спецслужбы не с ним и так далее, эти ребята готовы уйти на пенсию, чтобы их там не трогали, им, я думаю, что их будут трогать. Но, тем не менее, гарантии Путину никто не даст, никогда, ни при каких обстоятельствах. Но это будет очередной такой дворцовый переворот. Он может быть довольно мягким, может быть очень жестким. То есть я думаю, что при любом раскладе, я думаю, что в случае, если к власти придут самые ближайшие соратники Путина, естественно, им придется Путина отдать. То есть вот просто для того, чтобы спасти себя и спасти страну. Сегодня Путин стоит очень мало. Это понимает все его окружение. То есть я так или иначе общаюсь с людьми по телефону и так далее, и так далее. Если, скажем, месяц назад люди боялись там сказать плохое слово в его адрес просто по телефону, то сегодня это просто, это то, что говорят на площадях Украины. Это ближайший круг Путина. Я вам задам последний вопрос. Украина победит? Я в этом уверен. Я в этом уверен. Я вижу то, что происходит на Украине. Я вижу ту мотивацию защиты родной земли, родной страны. Я в это верю. У меня родственники на Украине, которые не эвакуировались, которые мне говорят, нет, мы победим, мы не уедем. И это и дети, и это и женщины. То есть это мои родные люди по крови. И, то есть это люди, которые не уезжают только потому, что они уверены, это простые люди, но они уверены, что Украина победит. И я в этом уверен, естественно.